Выжженная трава, почерневшие от гари постройки – таковы последствия стихии в Курганском микрорайоне. Трагедия произошла днем, когда большинство жителей были на работе. Людмила Шинкаренко первая заметила пожар. Я подбежала туда, сын с работы приехали, все увидели на заводе. Вот, вызвала пожарную. Одна приехала, я вызываю снова, что не успевают. Пламя разгорается. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета. За 1,5 часа спасателям удалось справиться с огнем. Жительнице этого дома повезло меньше всех. Хозяйку. Пожилая женщина. Ей было плохо, вчера она сознание теряла, поэтому скоро приезжала. Микрорайон пылает 4-й раз за весну. Причина пожарными была установлена – поджоги. Кому насолили местные жители, неизвестно. Пока обходилось без человеческих жертв, но курганцы не перестают бояться. На весь микрорайон одна колонка, и та не всегда работает. Жители планируют написать официальное обращение в администрацию города. Ангелина Глазырина, Александр Менчиков, Семен Сидинкин, телекомпания «Регион 45».